What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Иногда даже на смерть. Любовь – великая всесокрушающая сила. Сильнее этого чуда нет ничего на свете. А ведь 2000 лет тому назад, во времена войн и завоеваний, любовь переживала тяжкие испытания. Хотите узнать, как это было? Тогда сейчас мы перенесемся в Древний Рим, в эпоху императора Клавдия. Я, император Клавдий, издаю этот указ и запрещаю мужчинам жениться. Задача мужчины – защищать честь Рима. А те, кто осмелится ослушаться моего указа, будут казнены. Сердце мое, мне придется покинуть тебя. Ты слышала указ? Воинам императора Клавдия запрещено жениться. Он боится, что мы будем плохо воевать и не пойдем на смерть ради него. Я знаю, что делать. Мы пойдем к отцу Валентина. Он покровительствует влюбленными. И обвенчал уже много воинов со своими возлюбленными. Валентина? Он действительно сделает это? Он не боится закона? Это поистине смелый человек. Да чего же мы медлим? Быстрее отправляемся к нему. Молодой христианский священник менял указы императора и тайно венчал влюбленных. Узнав о незаконных женитьбах, император велел казнить молодого священника. Коротав досуг в тюрьме, император, молодой священник сочинял записки дочери тюремщика. И вскоре молодые люди полюбили друг друга. Несмотря на тяжкие мучения и близкую смерть, Валентин не переставал думать о своей возлюбленной. И перед смертью 14 февраля 270 года он послал девушке исполненной любви и нервности прощальную записку с краткой фразой от Валентина, которая впоследствии стала означать вечную привязанность и верность. Улыбаюсь, а сердце плачет в одинокие вечера. Я люблю тебя, а это значит, я желаю тебе добра. Значит, как мне тебя покинуть? Как мне память из сердца вынуть? Как не греть твоих рук озябших, непосильную ношу взявшись? Кто же скажет, моя отрада, что нам надо, а что не надо? Посоветует, как же быть? Нам никто об этом не скажет, и никто пути не укажет, и никто узла не развяжет. Кто сказал, что легко любить? Знаешь ли ты, что такое горе, когда тугое петлею на горле, когда на сердце глыбы в тонну, когда нельзя ни слезы, ни стоны? Знаешь ли ты, что такое горе? Его переплыть все равно, что море. Его перейти все равно, что пустыню. А о нем говорят словами пустыми. Говорят, вы знаете, он ее бросил. А я без тебя, как лодка без весел, как птица без крыльев, как растение без корня. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я живу, и значит, я дышу. Я дышу, и значит, я люблю. Мы недаром решили рассказать вам эту удивительную историю, чтобы вы еще раз убедились в том, что настоящая любовь не всегда легкое счастье. Настоящая любовь – это и страдания, и разлука, и иногда несостоявшиеся надежды.
Валентин не узнал, какой прекрасной может быть жизнь, когда рядом с тобой любимый человек. Он ни разу не обнял и не поцеловал свою возлюбленную. Но, несмотря на это, он испытал настоящие чувства и умер с именем любимой на устах. Он не увидел собственного счастья, но стал покровителем влюбленных во всем мире. Маша, что же такое любовь? Дим, ну, это очень сложно сформулировать, что такое любовь. Мне кажется, что это самое яркое, самое сильное чувство, которое дано испытать человеку. Но, наверное, не каждому. Вот так. Я с тобой полностью согласен, Машуля. А, может быть, ты споешь и покажешь, может быть, нашим зрителям, что для тебя любовь, что же это такое? Я с удовольствием спою и продемонстрирую это. Как, с чего начать мою историю, чтоб вновь не повторять слова знакомые, чтоб людям дать понять. Чего скрывать, с чего начать? Как вам объяснить, что иногда живется так, как хочешь жить, что иногда бывает так, как должно быть? Ведь без меня в любви нельзя. Хочу узнать, кто любит страстно, хоть это иногда опасно. Хоть молоды, не страшно это. Ромео вспомним и Джульетту. Мы праздник славный наш начнем прекрасным и любовным днем. И сейчас, дорогие друзья, я хочу пустить эту стрелу в зал, чтобы она пронзила ваши сердца и чтобы вы смогли проникнуться атмосферой любви и гармонии. This is Sparta! Спасибо тебе, спартанец. Теперь они точно проникли с атмосферой любви и гармонии. Дорогая. О! Thank you.
підім разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Я казала у вівторик, поцілую раз і в сорок. Ти прийшов, мене нема. Підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Приветствуйте смелых юношей, рыцарей наших дней, готовых выйти на эту сцену. Аплодируем, ребята.
Тогда рыцари. Женщины, как известно, любят ушами. Это давно всем известна истина, и никто не нуждается в ее доказательствах. И поэтому как раз с этим связан наш первый конкурс. Сейчас я раздам вам бумажки, или вы их можете сами вытянуть. На этих бумажках написано слово. И вот это слово вы должны связать как-то или с признанием в любви девушки, или с каким-то комплиментом, который вы хотели бы ей сказать в этот замечательный праздничный день. Задание ясно, Сава? Ну давай. Маша, ты моя сладкая конфетка. Спасибо. Директор. Маша, как в степи на четырех ногах мчится не только ветер, не только листья кружатся, но и небольшая серая лошадка. Ну, кто-нибудь еще готов? Ты можешь не мне, ты можешь Карине, я не против. Да, то Маша все сливки снимает. Карина, люблю тебя за то, что ты умная, твой мозг набит познаниями, и ты красивая. Люблю тебя. Тебе нравится, Сава? Не скажешь? Ну тогда говори. Маше признайся. Маша, ты такая же классная, да как футбол. Пожалуй, это самый лучший и самый ценный комплимент от настоящего мужчины. Спасибо, Савочка. Маша, любимая, выгляни мне в окно. Обязательно выгляну. Итак, первый конкурс прошел. И мы непосредственно переходим ко второму. Это загадки. Вам нужно продемонстрировать свой ум, который так ценят женщины. А, не выкрикиваем, поднимаем руку и отвечаем на наши загадки. Ну, поехали. Бывают дни, когда печально, и ничего совсем не хочется. Конечно, это не случайно, когда терзает... Что? Да, что? Танцы в рыцарей не получилось. Первая загадка мимо. Одиночество. Вот Савочка отгадал, молодец. Он в любви всегда бывает, сладкий вкус свой не теряет, слаще груши, маракуйи, лишь взаимный. Поцелуй. У нас рыцари тут уже сидят, переместились. Ну давай, читайте. Что при встрече наступает, когда сердце вылетает сквозь пиджак и платье, влюбленные? Объятия. Залог любви? Пусть всякий знает, кто это чувство испытает. Ведь отношения крепость лишь сохранит вам... Верность! Правильно! Дальше. Пока любовь не зародилась, но сердце ярко заискрилось. Одна такая стадия зовется как? Любовь. Нет! Ну-ну. Ребят, тут рифма, подсказка вообще. Ну еще раз. Пока любовь не зародилась, но сердце ярко заискрилось, одна такая стадия зовется как? Дим, может быть, расскажешь, как стадия называется? Ну, вот смотрите. Экстазия. Не экстазия. А Леша тоже такую, кстати, версию выдавал. Ну, еще раз. Пока любовь не зародилась, но сердце ярко заискрилось. Одна такая стадия зовется как? Это симпатия. Переходим дальше. Когда весь мир в одном дыхании, и как огонь пылает кровь, пришла одна как наказание, когда великая... Молодцы! Это отгадали все. Очень приятно. Так, и теперь... Любящее сердце способно понять и простить многое. И ведь умение понять друг друга – это действительно так важно среди наших встречающихся пар. И вам предстоит доказать своей половинке,
вашей девушке или даме сердца предстоит доказать вам, что вы понимаете друг друга. И для этого нам понадобится помощь наших девушек. Вы видите себе из зала по одной девушке. Ну, вот Витя, понятно, откуда сейчас девушка. Выбери девушку из зала. Только быстренько, 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 давай. Вот. Да, 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 давайте быстро. Я вас хочу попросить, чтобы девушки встали к пианино все, а все рыцари на мою сторону. Итак, я вам объясняю следующий конкурс. Представьте ситуацию. Вы находитесь по разным сторонам улицы. На пробежку. Жена. Да не одна, а целых три. Раз, два, три, четыре, пять. С рифмой с детства я дружу. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спасибо, Аллах. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны теща тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Они бы так и не встретились, и это бы не простое совпадение.
В один дождливый и мрачный осенний день их с нейроном свела судьба поссоры со своими близкими. Сбежав из дома, они встретились в заброшенном парке, который почти всегда пустует. Разговорившись, они нашли друг в друге родственные души и поняли, что они могут друг без друга жить. Им пришлось пройти через трудности расставания, зависть сверстников и ненависть врагов ради того, чтобы обрести вечное счастье. Посвященная любви подходит к своему логическому завершению. В этот день мы хотим пожелать вам, чтобы праздник продолжился и за пределами школы, чтобы вы любили и обязательно были любимыми. И чтобы вы ценили то чувство, которое наполняет наши сердца какой-то необъяснимой теплотой и делает нашу жизнь ярче. Спасибо, что провели это недолгое время с нами. Надеемся, что вы прониклись атмосферой этого праздника.